Гортензия – цветок красивый, неприхотливый и очень популярный. В Европу ее привезла французская экспедиция. По одной из версий, гортензия происходит от имени прекрасной принцессы, по другой так звали возлюбленную французского врача и натуралиста. Есть и более прозаичная версия, то, что гортензия с латинского переводится как «из сада», так как кустарник был найден именно в саду губернатора острова Маврикий. 100 кустов гортензии высадили сотрудники УФСИНа и общественники возле двух колоний – 5-й и женской 15-й. А вот за решеткой за садами ухаживают сами осужденные. Кроме цветов и деревьев, есть плантации овощей и клубники. Осужденные с энтузиазмом приняли эту акцию. И они сами ухаживают за этими деревьями, ухаживают за клубникой и, естественно, будут ухаживать за этими цветами. Им нравится, когда цветы растут, когда яблони цветут. Озеленение Самары – это не только парки, скверы и проспекты. Здесь, в Куйбышевском районе, рядом с колониями проживают люди. И важно создавать комфортную городскую среду даже в отдаленных уголках. Важно, на мой взгляд, действительно работать не только организационно, придумывать какие-то идеи, проекты, которые тоже мы с общественным советом ГУФСИНа, как я как член общественного совета, делаем неоднократно, но в том числе еще и не забывать, что тоже очень важно прикладывать руки самим к земле, чтобы не забывать, как происходят реальные вещи на земле. Акция в УФСИНе продолжится. В ближайшее время рядом с колониями появится еще 100 кустов гортензий. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События.